Мальчик Изя рос у мамы, с папой вышла незадача. Мальчик Изя был упрямым, он стремился жить иначе. Это время было страшное, страшное, агрессивными полно итальяшками. Макаронники балдели, папы, папы и вино. Пролетачи в Иудеи по дешевке заодно попирали все святое. Изя нервничал в себе, он копил досье на хоев и на главном рэпе. А подросток да пошли одноклубники, кривоносики да и толстогубики. Ой, я скажу вам, девочки, что жалко маму Верочку, а папа Йося тоже был приличный человек. Профессия оратора ведет до прокуратора, а деловые встречи укорачивают век. Пошуршали, порешали, порешили пару лиц и пошли топтать сандалии и топтать окрестных жриц. Тут же пойте в лес на пойте, мол, готова вам вчера, вы сейчас в виде помрете, вам давно уже пора. Те смекнули, что им цимус не выгорит, и заглянули всем за мир и религию. Рэпа тоже был нахальным и любил покушать сласть. Это ж архи ненормально, покусились на власть. Разбираться будем позже, где вам спонсоров нашли, и борцы за царство Божье это царство обрели. Так над ними и заклопнулась крышечка, но прикольная оказалась афишечка. Ой, я скажу вам, девочки, что жалко маму Верочку, а папа Йося тоже был приличный человек. Профессия оратора придет до прокуратора, а деловые встречи укорачивают век. И с тех пор за эти мансы и семейную вражду нас опутали несчастье, как прыщи на том саду. Мы сами, между прочим, дров подбросили в огонь и застал великим кормчим, пальцем ты его не трой. Поселившие брожения и сомнения ума, вызываем подозрения и почти животный страх. Все народы и все страны нас клянутся раз на дню, африканские курманы не включают нас в меню. Так шагаем по дорожке проторенной и вступаем то в дерьмо, то в историю. Ой, я скажу вам, девочки, что жалко маму Верочку, а папа Йося тоже был приличный человек. Профессия оратора ведет до прокуратора, а деловые встречи укорачивают век. Спасибо.